Що сталося в той момент, коли в наше село прийшла війна? Ми услышали звук самолета, і коли почали сипати снаряди, почалися розриви вокруг, було розрушено багато домів, було багато жертв, багато людей було ранено і багато вбито. Як змінилася життя 24 февраля? Случилось много всего, когда мы научились ценить каждую минуту, каждый прожитый день, каждую копейку и наслаждались секундами просто прожитой спокойной жизни, когда будет тишина и ты ни о чем не думаешь. На страшный день в нашей жизни это когда все 10 липня. 10 июля мы услышали нас, там, где мы сейчас живем, на ВПО. Начали сыпаться снаряды, начали рваться ограды. Было очень-очень страшно. Кем я працювала? Я не работала. Я мама в декрете, мама двоих детей. Яку допомогу вы отримували ранее? Я от нее получаю помощь по рождению ребенка, 860 гривен. У меня один ребенок до 3 лет. Как реагируют мои дети? Мои дети очень боятся. Когда начинается обстрел, они просто плачут, забиваются в угол. Я их не могу оттуда достать, я не могу с ними ничего сделать. Скольки років вашим детям? А у меня сыну 6 лет, мальчик, а девочка 2 годика. Ее зовут Мила и Мирослав. Чи отримуєте ви державну якусь допомогу? Я оформила ВПО, но я його не получаю. Почему-то оно пока ще не начисляється. Гуманітарна допомога, Красний Крест или ЮНІСЕФ? Ні, гуманітарну допомогу ми теж ніякої не получаємо. Може бути, хтось і получає, но нам об этом не сообщають, не говорять. На даний момент ми нічого не получали. Де ви живете зараз? Я живу переселенец под Торецком, город Дзержинск. Это фронтовой город, где каждый день рвутся снаряды, каждый день бомбежки. С чем вам потребна допомога? Допомога нужна больше финансово, потому что жилье разрушено, которое нужно будет, придется восстанавливать. И нужна помощь на детей. Мне нужно их кормить, одевать, да, и просто психологическая помощь, которым я могу, чтобы люди оказались, заплатить за это. Все, меня зовут Кузьмина Татьяна.